Это как раз вот та ниша, где Российский футбольный союз не проводит официального первенства России. Мы начинаем с 13 лет проводить первенство России. А как раз вот в возрасте до 12 лет Виктор Николаевич, вот детская футбольная лига, как раз очень, ну, эту, вот этот вот возрастной промежуток, они как раз здесь большую работу проводят. Показатель, что много участников, значит, турниры нравятся, значит, у них есть будущее. Поэтому я рад всегда поддерживать и детское творчество, и в данном случае и развитие детского спорта, потому что все закладывается в детстве. И то, какие игроки у нас будут потом в наших сборной, допустим, да, не говоря, допустим, о клубе, а говоря, допустим, уже о сборной России. Все закладывается в детстве. Хорошие игроки, они уже практически видны в детстве. Кто из них потом получится, видно уже в детстве.